Очередная благотворительная акция в рамках общереспубликанского проекта «Дорога в школу» состоялась в здании областного филиала партии «Нур Отан». Помощь от спонсоров получили дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также оставшиеся без попечения родителей. Сразу стоит отметить, что в последние годы в благотворительной акции для школьников все больше участвуют не только крупные предприниматели, но и простые жители области. Ведь родители понимают, как сложно бывает обеспечить все необходимое для занятий детям. На этот раз солидарность к землякам проявила мама ученика. СОШ номер 24, депутат городского маслихата Жанна Кенжина. От имени школы и родителей мы выражаем большую благодарность Жанне Ташголовне. В нашей школе, как и в других, есть список детей, чьи семьи нуждаются в поддержке. И такую помощь нам часто оказывают. Спасибо всем за заботу. В материальную помощь входят школьные рюкзаки с необходимым набором всех учебных принадлежностей. Организаторы, представители молодежного крыла партии «Жас Отан», намерены в рамках акции оказать поддержку 100 школьникам. Мы делаем акцент на многодетные семьи. Есть такие среди них, где трое-четверо детей школьного возраста. Это большая проблема обеспечить каждому ребенку полноценную подготовку к школе. Поэтому мы призвали наших депутатов принимать активное участие в акции. Они ее поддержали, и работа обязательно будет продолжена. Если есть желающие принять участие в акции «Дорогу в школу» и помочь нуждающимся семьям, вы можете обратиться в партию «Нур Отан», где есть список тех, кому нужна поддержка, говорят организаторы. Алмагуль Джампейсова, Рустем Ищанов, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.